Я так люблю почитать перед сном. А что ты сейчас читаешь? Пиковую даму. Как? Ты еще не дочитал ее? Не может быть! Ты прочитал только первую часть? Уже 4 раза. А сейчас мне надо перечитать ее еще раз, чтобы запомнить слова. А это что такое? Этот код можно считать и послушать аудиокнигу. Слушать первую часть ты тоже будешь 5 раз? Это единственный правильный метод чтения. Где ты такое вычитал? Это же ужасно скучно. О, нет! Этот метод дает мне море адреналина. Видишь? Я зачитал эту книгу до дыр. А через неделю я должен вернуть ее в библиотеку.